Приветствую вас, так и далее, Redcat. Ну что ж, долгожданная последняя игра в ивенте, которую я пройду и на этом ивент закончу. Так, ну что, ребята, тут нужно найти 10 тикетсов, 8 находятся в лобби, 2 находятся в уже непосредственно в катке. Так, давайте искать. Вот здесь я вижу первый тикет. Как его взять? А, наф. Ладно. Я нашел лобби тикетс номер 8. Немножко порядок видно у меня будет не совсем соответствовать, но это ладно. Так, это что? Тикетс номер 3. Ладно, допустим. Так, я заметил, что наверху есть тикетс, поэтому тикс, точнее. Мне все время тикетом его хочется назвать как билетик, но он тикс. Так, поднимаемся повыше, повыше. И вот он еще один. Какой номер, интересно, у него? Четвертый. Ага, ну ладно. Пусть так. Так, с этой частью мы, я так понимаю, разобрались. Давайте искать дальше. Вот здесь вот у нас есть по тортикам. Какой номер? 2. Ага, окей. Так, теперь пойдем в противоположную сторону. Тут тоже у нас что-то интересное. Вот чаша какая-то. Скорее всего, за ней тоже, думаю, будет, да? Да. Есть. Отлично. Номер 7. Так. Идем, идем, идем. За вот этой штуковиной будет? Нет. Хм. Так, подождите. А если вот сюда вот обойти? А вот здесь вот будет. Кайф. Так, ну что, ребята, мы уже нашли, кстати, 6 штучек. Еще 2 осталось где-то найти. Пока не вижу где. Но мы еще не всю карту обошли. Так, вот, вижу. Под мостом есть у нас. Это 7-й тикс. И последний осталось найти в лобби игры. Так, да, все, на мосту нашел. Все, ребята, 8 штук, 8 тиксов я нашел. И теперь, ребята, нужно зайти в игру. Выбираем The Classic Penguin Survival. Выживание с пингвинами. Почему пингвины, я не знаю. Но интересно посмотреть, что это за выживание. Так, телепортируемся в игру, ждем, ждем, ждем. Ага, вот у нас уже карта появилась. И теперь, ребята, я буду играть с рандомами, попробуем пройти. Я так понимаю, что помимо того, что мне нужно тиксы найти, мы еще можем попробовать пройти хотя бы 3 волны. За 3 волны пройденные дадут мне награду в виде токена. Так, вот уже тикс вижу. Подбегаем, забираем. 10-й. Окей. Значит, еще 9-й где-то есть. Буду искать. Так, 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 так. Вот, все, нашел. Итак, ребята, это последний тикс. Это 9-й тикс. И теперь тиксы у меня все собраны. И осталось получить 5 токенов. 5 токенов мы можем получить за прохождение 10 волн. Да, ребята, видите, написано 10 волн. Win at wave 10. Так, ну что, я начинаю в пингвинов стрелять. Они, слушайте, они просто прям крутые. Они строить умеют. Они просто нападают, они еще и строят хорошо. Жалко, нельзя где-то им дырочку сделать, чтобы они падали все. Чтобы не доходили. Ну, короче, можно из лука, я смотрю, пулять. Можно мечом их лупить. Так, попробуем мечом. Нормально так. Но они дамажат неплохо. А что будет, если я умру? Катка закончится или нет? Так, это что такое интересненькое? Так, тут какие-то ресурсы. Ага, понятно. А, так, ну, ребят, я, кстати, взял эти ресурсы, и меня похилило немножко. Так что этими ресурсами можно еще хилиться. Ну и здесь основная задача, ребята, это защитить кровать. Я ее сейчас вам не показал, но попробую в следующий раз показать. Так, ну короче, по-моему, это ГГ. Да, вон смотрите, пришли пингвины. Всех убили. И кровать нам сломали. К сожалению, ребята, эта попытка была неудачная. Сейчас попробую переиграть и хотя бы дойти до третьей волны, чтобы получить бейдж. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись.
Ну что ж, ребят, смотрите, третья волна, и мы почти прошли. Вот здесь вот мы спрятали нашу кровать надежно. Давай, давай, чуть-чуть еще, пожалуйста. Третья волна, мы должны ее защитить. Так, кстати, ребята, можно вот такой вот штуковиной вы можете сверлить и получить с красных синие блоки из пингвина. Все, ребята, третья, затащили бы третью волну, и бы получили соответствующий бейдж. Ну что ж, дальше, к сожалению, с командой я пройти не смог, поэтому решил найти более сильную команду для прохождения. Вы видите, ребята, мою тиму, с которой я иду играть. Создаю пати, вечериночку, и теперь отправляемся в Penguin Survival. Попробуем выживать, посмотрим, на каких волнах нам будут давать бейджи. Я точно знал, что на третьей, а вот дальше я не знаю. Так, ребята, тут вам надо еще улучшать. Видите, я тут улучшаю броню, все такое. И также вы должны покупать ресурсы для того, чтобы защищать свою кровать. Можно купить себе броньку хорошую, можно купить себе меч. Ну, в общем, я думаю, что вы играете лучше меня, поэтому сами знаете, что здесь делать. Shockwave Tar. Не знаю, что это, так, что оно дает, но купил. Короче, купил все, на что денег хватало. Shockwave какая-то. Как ей пользоваться, я не знаю, если честно, но это такое. Ну что, ребята, шестая волна сейчас идет. Подозреваю, что за шестую волну мы тоже получим бейдж. Ребята там страдают, защищаются, так и есть, бейдж получен. Я тут хожу, пытаюсь заниматься строительством, замазывать дырки после атак. Хотя бы так, немножечко, чтобы в следующих атаках, соответственно, у них не было так все легко и просто. Вот так вот сделаем. Отлично. Так, идем дальше, ребята. Шестая волна, теперь восьмая волна. Мы получили, получается, бейдж за третью, за шестую, и сейчас за восьмую. Ага, но остается еще две волны, значит, скорее всего, за девятую и за десятую дадут. Ну, за десятую 100%, значит, за девятую еще должны давать. Так, ребят, смотрим, девятая. Да, дали бейдж. И все, последнее будет на 10. Хочу вам сказать, что довольно-таки сложно. Тут есть пингвины абсолютно разные. Кто-то падает на нас с неба, кто-то взрывчатку несет, может взрывать нам блоки. Поэтому выжить действительно довольно-таки сложно и проблематично. Поэтому, ребята, нужна команда хорошая. Еще очень бесит, когда какой-то пингвин залазит, вон, видите, внутрь кровати. И ты пока найдешь этот лабиринт, как к нему пойти за ним, чтобы его убить, он может уже сломать твою кровать. Поэтому нужно смотреть сразу. Ну, короче, идея такая, ребята. Полностью закрываете, замуровываете вашу кровать и все, что вокруг нее. Ну, а потом вылазите за периметр и убиваете всех предметов, всех пингвинов еще на доступе к вашей кровати. Что ж, ребята, бейдж получен, и все, я прошел ивент. Подпишитесь, ребят, поставьте лайк, кто этого еще не сделал. И спасибо за просмотр. Всем пока!